мне сказали, что я похожа на коалу. Тип молодежи, которые постоянно разговаривают на английском, типа «Hey, yo, what's up, bitch, man, come on, what's up?» Вот это вся ерунда, и при этом они не знают английского. Серьезно, это все, это весь словарный запас. Я даже могу понять людей, которые, например, не то что знают английский, например, учились какое-то время за рубежом, например, как я, да, то есть и поэтому у меня вошло в небольшую привычку, и я стараюсь как бы отучать себя от этого. Так вы знаете, по мне это очень странно, потому что русский человек, не имеющий никакого отношения к английскому языку, никогда не понимал слов, кроме «Yo, man, come on», и что он выучил в американских фильмах. Это очень смешно. Представьте, если к вам в Америке подходит чернокожий мужчина и говорит «Водка, балалайка», да, и при этом он считает, что он при этом крутой. Нет, он похож на чувака, который помогает деньги. Так почему, черт возьми, мы смеемся над эмигрантами, которые стоят на том же самом Новом Арбате, раздавая листовки, и мы такие, а он что, думает, что он русский? При этом кто-то английского языка не знает, но умудряется выражаться на нем. Так вот, я совершенно не против, чтобы молодежь сленговала на английском языке. Но для этого надо хотя бы знать немножечко язык, на котором ты пытаешься понтануться. Это так смешно. Может быть, я сейчас кого-то обидела, простите. И, скорее всего, там небольшая часть даже моих подписчиков и моих друзей. Но, люди, задумайтесь, как вы выглядите в чужих глазах, правда. А вообще, вместо того, чтобы обижаться, можно также продолжать выражаться на английском языке, почему-то считается, что на нем круче всего выражаться, но при этом пойти и нанять себе репетитора. И нормально смотреть видосы на английском. Ку-ку. Оливия, поможешь?